Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфуру, и сегодня продолжу рассказ об основных приемах массажа для детей. Массаж груди и живота. Горизонтально линейное поглаживание точки Таньчжун и 17 в разные стороны. Зона массирования грудины посередине между сосками. Методика проведения массажа. Произвольное поглаживание одновременно обоими. Большими пальцами от точки Таньчжун в разные стороны к соскам. Повторяйте действия от 50 до 100 раз. Терапевтическое действие. Благотворное воздействие на органы грудной клетки, регулирование потока чи, снятие раздражительности, ослабление астматических явлений, остановка кашля. Назначение. Стеснение груди, прерывистое дыхание, учащенное сердцебиение, кашель, астма и рвота. Следующий прием. Массаж – это растирание в области точки Чжун. Е17 на уровне соска. Зона массирования сбоку сосков на расстоянии 1,2 цуня. Методика проведения массажа. Растирать большими или указательными пальцами от 50 до 100 раз. Терапевтическое действие. Благотворное воздействие на органы грудной клетки, регулирование потока чи, удаление мокроты и прекращение кашля. Назначение стеснения груди, кашля с рвотой и рвоты. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфуру. До свидания, до новых встреч.